Это вторая часть нашей игры. Ну что ж, давайте мы продолжим. Давайте заспавним что-нибудь. То есть я еще не выходил из самой игры. Так, бомбы подобрали нам. Давайте возьмем наш калаш. Давайте возьмем наш пистолет. Также это вторая часть нашей игры. То есть это будет намного интереснее, наверное, вторая часть. Поиграем хотя бы. Так, ладно. Так, ну что ж, вот они. Так, куда мы дальше идем? С этим читом все понятно, короче. Так, ладно, вот. Сразу понятно, кем мы играем. Где враги? Так, уже я немного потренировался. Так, где у нас здесь так, наши враги, да? Я только понял, что программа может почему-то снимать только по 10 минут. Я так настроил. Да как так-то, блин? Я бота перебил. Ладно, играем со своего бота. Так, вот, мы видим. Убьем. Так, ладно, кидаем. Так, убил его, я убил. О, да я вам говорю, это какой-то, наверное, прикол. О, убил его. Так, ладно. Окей, читы отключим. Так неинтересно. Давайте что-нибудь заспавним, давайте гиглс. Обычный гигл. Какой-нибудь такой. Так, шестерка. Шестерка это обычный М4-1. Обычный, то есть он никакой не модифицированный, никакой, просто. Вот это ему можно убивать. Прикольно. Так, гигл, помоги мне. Давай, давай, давай. Смотрите, давай. Давай. О, супер! Градиен, единственный ты мне помог сейчас. Красавчик, у меня уже 5 убийств. Так, ладно, давайте дальше. Почему-то здесь за нас бот один играет, и за них бот один играет. О, Нубас убил противника ножом. Ну, конечно, это же круто. Ребят, это уже сразу понятно. Так, ладно, уже давайте закупимся. Закупаемся. Чем мы закупаемся? Так, нет, я этого не хочу. Давайте возьмем пулемет и давайте это сделаем. Так, что у нас может наш погрузчик? Смотрите, кто не видел вас. О, пошло дело в игре. Так, ладно, перезаряжайте. Так, ладно. Ой-ой-ой, патроны заканчиваются постоянно. Так, ладно, время у нас еще есть, я еще не настроил программу. У нас 7 убийств уже, ребят. Так, прикольно. Я вам уже показывал вот только что наш подручник. Вот он. Тоже очень крутой. Это не есть, кто играл. Очень круто выглядит. Мне понравился. Да, боты все-таки играют на этом сервере. Ладно, давайте поменяем себе оружие. Давайте поставлю какой-нибудь. Не знаю, давайте я обычный. Вот такой возьмем себе. Поиграем. Суд Анубиса. Это вот такое вот дело. Вот такая вот штука. Сейчас я сейчас покажу. Вот она, ребят. Смотрите. У вас такого никогда не будет. Так, ладно. Идем дальше. Я считаю, уже все кейсы открыл здесь. Где полностью. И все костюмы вообще. Я пошли, 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 пошли. Ой, не попал, что ли? Попал, точно. Ладно, дальше. Кто у нас дальше идет? Обратите внимание на мой желтый интерфейс. Такого вы еще, конечно же, не видели, наверное. Ну ладно. О, какой пистолет. Ладно. Анубис мой. Ой, не на Анубис, а это. О, давай, попади меня, попади. Не попадаешь. 4 работают, блин. И такой. О, и выстрел такой. Револьвер такой. Ладно, давайте перезарядимся. Так, ладно, 4 работают, ребят. 4 работают. Вот так вот они работают, кто не видел еще. Так. Я могу увидеть каждого игрока здесь. Вот свой. Ладно, так играть не интересно, мне интересно так поиграть.
54 патрона у нас есть. Так, ладно. Сейчас строим его. Здесь закинем куда-нибудь туда бомбу. У нас еще есть бомба. Ну ладно, это реально какая-то глюка игры, наверное. Потому что мы еще особо-то... Блин, бомба. Особо-то мы никак... ничего не делали. Ладно, кто у нас тут? Сейчас вот вообще надо уж посмотреть, кто где вообще сидит. Где у нас враги-то? О, враг. О, затащил, ребят, в самый последний момент, ребят. Раунд должен был уже закончиться. И счет офигеннейший вообще. Так, ладно. А интересно, бомбу можно посмотреть? Нет, нельзя, наверное. А гранату можно посмотреть? Нет, нельзя. Так, ладно, давайте купим себе какое-нибудь еще оружие. Давайте дробовик посмотрим. Например. Я не знаю, какой вам понравится, давайте возьму какой-нибудь самый дорогой. Черный галстук. Офигеть, я ему еще не пользовался никогда. А вообще ни в одном видео. Потому что черный галстук, это как бы. Я его недавно только открыл. Он мне очень понравился. Так, ладно. Из черного галстука постреляем. Это XM. Такой 1014, такая вот версия. Ладно, у нас осталось все время, поэтому давайте дальше играть. Так, ты включай. Ого, сколько там до фига, короче, до фига. Сейчас бомбой, так иначе еще одной бомбой. Видите бомбу, она отлетает. О, прям к нему оружие такое прыгнуло прям. Ладно, ой, стреляет. Так, ладно. О, нас уже били. Прикольно. Так, уходим до меня. И такие стреляем из-за нашего черного галстука. Так, прикрытие. Стреляем и убиваем его. Так, дальше. Кто у нас там остался? Еще одного. Так. Не знаю, почему вы этого не видите, но я это вижу. Так, давайте на Б когда-нибудь поставим уже бомбу. Это я давно не ставил здесь. Это будет прикольно. Так, ну что ж, у нас есть время еще, чтобы бежать отсюда. Давайте спрячемся здесь. Так, вот так, да? Вот, все, запрыгнули. То есть, можно здесь сидеть, убивать, мы видим, и то, можно убивать. Так, ладно. То есть, вот так вот это выглядит. Так, ладно, давайте еще что-нибудь купим, у нас еще есть 3 минуты где-то. Купим на вот такой вот резкий приклад. Выглядит вот так. Наверное, можно сказать. Посмотрим. Вот он, как выглядит. Оружие. Выглядит очень круто. О, враги, враги. Так, еще кто-то должен быть третий. Они всегда ходят по трое. Ой, я говорю, что... Все, и сразу победили мы. Прикольно. О, бот Брин какой-то гранатами 227 урона, конечно. Прикольно было. Ну ладно. Так, дальше у нас есть еще есть время. Так, давайте посмотрим какое-нибудь оружие еще. Давайте посмотрим оружие под названием. Давайте. Пистолеты, давайте просто посмотрим оружие. Давайте нового. Нова! Это будет прикольно. Так, вот такая у нас нова. Прикольно выглядит вообще. Оружие, конечно. Да, очень прикольно. Нравится мне такой цвет. Такой прикольный. Ладно. Скоростной зверь. Так, это где-то у меня АВП такая была, вроде. Потому что мне дофига, конечно, кейсов открыто, но всегда мне сюда везет по кейсам. Выпадает не то, что нужно. Так, меня ранили. Ранили. Давайте перезарядимся. Так, где он? Где он? Офигеть, не просто так не стоят. Давай. Так, давай. Давай. Ну, что же такое? Так, давай. Давай еще. Так. Что это такое здесь? Так. Ой-ой-ой. Так, убивается уже. Так. Жалко, здесь АИМа нету, чтобы автоприцеливание было. Но все равно, может, я когда-нибудь это сделаю, потому что я не могу это почему сгенерировать, чити это. Поэтому приходится сделать такие чики. Ладно, у нас есть бомбочки. Давайте ее заделаем здесь. Так, ладно. Ого! О, градиент. Давай, градиент. О, супер, вообще. С градиентом походил. Так.
Но вообще здесь очень интересно играть.